Легко запомнить, что времена года и месяца в немецком языке всегда мужского рода. Внимание, с месяцами употребляют предлог «им». Der Monat. Месяц. Januar. Январь. Februar. Февраль. März. Март. April. Апрель. Май. Май. Юни. Июнь. Юли. Июль. Август. Август. Септембр. Сентябрь. Октябрь. Октябрь. November. Ноябрь. December. Декабрь. Das Jahr. Год. Die Jahreszeit. Время года. Der Frühling. Весна. Der Sommer. Лето. Der Herbst. Осень. Der Winter. Зима. Das Jahrhundert. Столетие.